Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Декабрь. Декабрь – 12-й месяц Григорианского календаря, 10-й месяц Староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Название получил от латинского «decem» – 10. После сдвига начала года на месяц январь стал 12-м, завершающим. Один из 7 месяцев длиной в 31 день. В южном полушарии Земли является месяцем лета, в северном – зимы. На Руси, отмечая снежный, морозный и даже суровый характер месяца, декабрю каких только имен не давали – студень, хмурень, ветрозим, крушень, узорник, метельник, грудень, зимский, волчий. Не без основания замечая, если в декабре большой иней, глубокие сугробы и стылая земля, летом знатные хлеба уродятся. Привалить снег в последний месяц уходящего года вплотную к заборам, гнилым будет предстоящее лето. А если между забором и сугробом промежуток останется, можно на теплую и солнечную погоду рассчитывать. Снежный декабрь дождливое лето ворожил, ясный и теплый на затяжную весну указывал, а пушистый иней обещал обильные росы. Хотя... как во всем этом наши предки разобраться могли, если сами же и отмечали? В декабре 7 погод на дворе. Сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвет и метет. Переступает порог, отодвинув ноябрь зима. Белая королева, покровительница ледяных ветров, хозяйка спящего королевства. Сменив влажный хмурый ноябрь, она тут же устанавливает свои права. Природа бережно укрыта снежным покровом. Стянув ледяными оковами, зима долго будет охранять ее сон. Все меньшими светлыми днями радует нас месяц декабрь, и все более долгими становятся холодные ночи, когда столбик термометра стремительно падает вниз. Зимняя природа тиха и безмолвна, только слышно редкое щебетание зимних птиц да сухой хруст веток в зимнем лесу. Погода в декабре еще не самая зимняя и суровая. Временами случаются оттепели. И несмотря на частые перемены температуры, холодные арктические ветра все больше будут остужать воздух. Зима еще покажет свой суровый характер. Настоящая и холодная она начинается с третьей недели декабря и будет длиться до середины февраля. Зимняя природа в декабре полностью погружена в сон. Солнце меньше проводит времени на небе и поднимается низко над горизонтом. Временами несколько декабрьских дней, особенно ближе к Новому году, могут стать весьма морозными. Небеса в такие дни кристаллизуются и становятся чистыми и светлыми. При приближении зимнего солнцестояния в зависимости от года оно приходится на 21 либо 22 декабря. Солнце начинает поворачиваться в сторону увеличения продолжительности дня. И истосковавшийся в отсутствии солнца природный мир будет постепенно будто оживать. До теплых дней еще очень далеко. После солнцеворота дни станут не только чуть длиннее, но и ярче и светлее. И солнце станет светить пронзительно и радостно, наполняя кристально чистый воздух светом холодного зимнего утра, свежестью ясного дня, вселяя в сердца людей надежду на лучшие изменения в их жизни. Вот такой этот месяц декабрь. Thank you.
братья-месяцы.